Уважаемые западно-казахстанцы, разрешите от имени Челябинского общественного объединения «Войнах» поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником единства народа Казахстана, праздником дружбы, согласия, мира, взаимопонимания. Действительно, сегодня мы, хотя и не можем все вместе, как в прошлые года, выйти на проспект и все вместе пройтись в торжественной обстановке, но тем не менее, это наш праздник, и мы его чувствуем, и хотим пожелать нам всем всего самого хорошего. Несмотря на сегодняшние трудности, на сегодняшний карантин, наше общественное объединение продолжает свою деятельность. Мы вместе с клубом «Достык» казахской войнацкой молодежи принимаем самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых сегодня в волонтерском движении. Проводим благотворительные мероприятия, помогаем многодетным, малоимущим, ветеранам, инвалидам. То есть наша деятельность не останавливается. Это говорит о том, что мы вместе, а когда мы вместе, мы сильны и мы достойно переживем вот эти временные трудности. Призываю всех к терпению, к пониманию, некоторые запреты, которые сегодня наше руководство области, города ввели, это, скорее всего, на наше благо, чтобы как-то нас сохранить, уберечь от какой-то там заразы, от болезни. Поэтому призываю всех к пониманию, к терпению и помнить, что это все временное, все это кончится, плохое долго не держится, всегда приходит хорошее. Поэтому желаю вам всем добра, мира, согласия, взаимопонимания, взаимоуважения и крепкого духа нам всем.